Существует три явления, оказывающих гипнотическое воздействие на человека. Это бегущая вода, открытое пламя и бездонное небо. А мне хочется добавить и джаз. Лично меня он неизменно притягивает потрясающей непредсказуемостью и фантастическим богатством ритма. В джазовых композициях используются самые обычные традиционные музыкальные инструменты, но звучат они совершенно по-особому. Thank you.
Джаз вообще гораст на всяческие неожиданности. Контрабас, например, может легко перевоплотиться в гитару. Стоит только прикоснуться к нему настоящему мастеру. Лишь один саксофон сразу же и однозначно предупреждает. Сейчас будет нечто далеко не академическое. Джаз может звучать очень серьезно и презентабельно, а украшен вокалом даже как-то по-оперному, но непременно празднично. Is high.
А вообще-то, ему больше по душе добрая улыбка, иногда граничащая с легким хулиганством. Джазмены очень изобретательны. Практически каждый из них – композитор. А поводом для создания пьесы может быть совершенно любой, вплоть до русской народной мелодии. Было бы только желание. Thank you.
под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет и всегда сбывается. И я хочу пожелать, чтобы в этом году у вас непременно появился замечательный новый друг. А пусть это будет 100-летний мальчишка по имени Джаз. Thank you.